Телеканал «Акти» завершает летний телепроект «Урожай». Конкурс был посвящен садоводам и их успехам в дачном деле. Оценить достижения, творческий труд участников проекта предстоит нашим телезрителям. Главный приз заберет счастливчик, который получит самое большое количество лайков. Как проходил конкурс и где можно проголосовать, расскажем в сюжете. Родительское счастье – это просто. Подумайте о благополучии своего ребенка уже сегодня. Детское страхование в страховой компании «Колымская». Телефон в Ангарске 52 99 24. Дача – самое место для экспериментов. В этом уверены все участники проекта «Урожай». На протяжении месяца наши корреспонденты выезжали в гости к садоводам. В этом году проект получился с изюминкой. Были и заморские фрукты, и традиционные сибирские дары. Казалось бы, кого удивишь помидорами, но и в их культивировании можно преуспеть. В этом году меня радует сорт черри Ира, кисти, помидоры сладкие, вкусные, в общем-то, довольно-таки крупные для черри. И вот кисть, как вот обратите внимание, что они все полностью завязываются. Также на грядках наших героев можно встретить арбузы, дыни, лимоны и виноград. Все дачники признаются, в непростом сибирском климате вырастить южные плоды непросто. Но ангарчане трудностей не боятся и укрощают даже самые капризные растения. Бахчевые, они любят, чтобы ноги были в тепле. А у нас экстремальное огородничество. У нас резко континентальный климат. У нас бывают перепады температуры. Для бахчевых это плохо. И поэтому вот кто-то придумал мудрый. Ленивое земледелие. Во-первых, пленка, она помогает арбузу вызреть. Во-вторых, мне не полоть. Отличились садоводы и в цветочном деле. Практически у каждого есть как минимум своя небольшая клумба, а у некоторых вместо огорода и вовсе благоухающие сады и удивительные скульптуры. Захотелось красоты, не просто картошка, морковка и помидоры. Захотелось красоты. Садоводство, растения редкие особенно, и украсить чем-то. Зимой, когда дача у нас далеко, я на дачу делаю какие-то поделки. С сегодняшнего дня стартует голосование за лучшего мастера приусадебных дел. Победителей определяете вы, зрители телеканала «Актис». Заходите на нашу страничку в Инстаграм по хэштегу «Урожай Ангарск» и ставьте лайк за понравившийся сюжет. Сбор голосов продлится до 13 сентября. Герои, которые станут лидерами голосования, получат ценные призы от генерального спонсора телепроекта – страховой компании «Колымская».